Йонас Циммерман, день шестой. Послушайте меня все. Ни в коем случае не надо недооценивать этот проект. Чем быстрее мы добьемся успеха, тем быстрее наша армия сможет одержать славную победу. Я немного изменил условия эксперимента. Теперь результат стабилизировался. Прорыв, разумеется, неизбежен. 29 сентября 1916 года. Крепость. Немцы атакуют. Они хотят отбить эту крепость. Времени на карты не осталось. Если идти вниз, попадаешь в систему коридоров. В них слышатся всякие странные звуки, похожие на рев зверей. Никто из нас не осмеливается. Похожие на рев зверей? Итак, никогда. Глава 2. Аэродром. Доберитесь до аэродрома и завладейте самолетом. Но это мы только в путь сделаем. Так, окей, поехали. Чё, даже никакого тайничка нет, даже патрончиков не дали. Проклятая рота, да? Кто-то мне тут пострелухи устраивает, да? Вот так вот тебя в космос запустить. О! Что, совсем что ли? Блин, в танк бы сесть бы, а я бы вообще на всех бы тут поздравил бы. Ну-ка. Ползай. Ец. Лучший. Ути-пути, да? Так, патронов у меня мало. Я бы даже сказал вообще. Оп. На тебе с коня прям. Хера меня, блин, куда это меня там запустило-то? Космос, да? Люгер. О, снайперка, да? Все, что ли? Золотой граммофон. Че, можно включить? Нет, как в первой части. Музычку там поставить. Вы нашли патроны к пистолету, да? Походу надо тут что-то открыть, да? Не знаю, взорвется дверь-то, нет? Ясно. О, кентяра, да? Держи. Куда это ты? Далеко собрался-то? Друган! На второй этаж пойди надо идти. Да нет, скорее всего, на улицу надо, да. Саперная лопатка. Во! Ну-ка. Нет. Артефакт вампиров. Это очень хорошо. А ты чё? Самый борзый, да? Встать!
Да что вы говорите? Ага, давай, 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 давай. Оу. Называется «Попади мне в голову», да? Он что, прыгается? Собрался. Ага, здорово! Молодец! Глубоко уважаемый. Блин. Застрял тут в барабане из-под троса. Шайсон! А, что-то у вас больно много, ребятулечки. Фига себе, как он стреляет, прикольно. Руку так высунул и так из бортика стреляет. Красава, ёпта. Здорово. А, молодец. Сейчас я до тебя доберусь. Что, перезарядочка? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вы-то откуда тут? А? Ни хрена себе. Смотри, чё? Борзота. А-а-а. Пришел, да? Давай. Пришел с пулеметом. Это ваша типа артиллерия. Пошел ты, а? На. О. Пулемет это вообще классно. У меня будет новая игрушка. Так, что у нас здесь? Держи подарочек. Чё, все позакрывали? Стекло тоже пулей пробиваемое, зато тут надо какие-то ворота открыть. Чё я открыл-то, непонятно, ладно. Давай возвращаться. Придумал. А, патроны, это хорошо. Так, на тебе еще раз. Все? Пострелял и хватит. Что-то какой-то прям дым такой, прям аж глаза прям аж закрывает все. Здравствуйте, есть что? Секретное место, патроны. О, вот эта детка моя прям вообще. Давно я тебя не видел. Вот бы еще дробовик бы найти. Был вообще шикардос. Держи. Красава, ёпта. На. Buen dias, amigo. Прям так вот все раскручивается, прям аж это. Да на! Не ахти прям вот. Если честно. Какой прям фон. Расплывается, что неудобно. Так играть вообще? Так.
реально как-то прям неудобно. Расплывается все. Картинка такая прям нечеткая. Ну, здравствуйте. Как ваши успехи? Всю жопу тебе распинаю за твою дерзость. Нельзя так с гостями. Надо быть повежливее. Культовая фраза из первой части, да? А с этой стороны, то есть ворота не открываются, да? Ну-ка, здесь он что? А, здесь он не может пролезть. А куда-то дойти? Так, если здесь все закрыто... Здесь тоже решетка. Значит, надо вон туда как-то попасть. Ну-ка. Ворота закрыли, да? Сдохните, ублюдки, умрите! У меня на всех вас патронов хватит! Эмоции пошли, да? Так, на второй этаж подняться надо. Ну-ка, эта дверь открывается. Ни хрена. Может быть, что-то здесь надо? Ага. Это кто? Здравствуйте. Я думал, что никто больше не уцелел в этой мясорубке. Эти мерзкие монстры, кто бы они ни были, заполонили все, как саранча. Мне нужно отбить у них один из аэропланов и свалить из этой задницы как можно дальше. Да, кстати, Питер Уолкер, к вашим услугам. Я доктор Циммерман. У меня важный пакет для фельдмаршала. Послушайте, если я помогу вам захватить самолет, вы отвезете меня в Форт Штерн? Ну, два солдата лучше, чем один солдат. Почему бы не отвезти? Все лучше, чем тут сдохнуть. Это хорошо. Ну, давайте попробуем. Ну, кстати, так неплохо вваливает. Все патроны на пистолет дают, да? Хорош. Нож. Не, проклятая рота вроде тоже неплохой такой этот... дополнительный контент. Я помню, раз ее проходил, но я не помню, чем она заканчивается, вообще не помню. Вот реально не помню. Я помню, что мы играем за доктора Циммермана, а конкретно что от нас требуется, я вообще, ребят, не помню. Но этим же и прикольно. Как говорится, вспомнить и пройти еще раз. Второй раз за всю свою историю до конца. Да на! Все, игрушки кончились, берем автомат тоже. Чего ж так много танков-то здесь? Вот смотри, как только ты вступил с ними в ближний бой, у тебя такое ощущение, как контузия легкая. У тебя прям все опять расплывается. Так, нет у меня, да? Нет у меня того, чего могло бы все взорваться. Вроде видно, а вроде нет. А ты где, братан?
А, ты завис в текстурах? Ну, понятно. Да когда ты уже сдохнешь, а? Так я не понял. Блин, все так проступчато, вообще ни хрена не видно, аж глаза болят. Серьезно. Столько самолетов и ни хрена нету. Письмо какое-то валяется, да? А, нет. Сигналка даже есть. Так, и чё? Как нам его оттуда сдвинуть-то? Даже если мы сейчас... Даже если мы сейчас туда гранату кинем. Ну, пофигу вам вообще, да? Да, он завис, короче, придется нам... Придется нам по-другому, значит. Он завис, его ничего уже не сделаешь. Просто отрезок по новому пройти. Ну чё? Чё за дела-то? О-о-о. Куда я попал-то? Так, где он? Теперь вспоминаю, куда нам идти, да? Если вот это мы открыли, значит мы идем вот так. Вроде как вот. Вот. И сюда. Надо не дать ему зависнуть опять. Неохота мне, чтобы он опять завис. Только не зависни, чувак, не надо. Я еще вот так вот встану, чтобы не мешать ему.
слышь, ты мне уже прям... Да что вы говорите? Ну? Опять завис. Да что такое-то, блять, а? Сука, если на самолет подойти самому на броне. Ну я фиг его знает, ну. Но он завис прям, ну что я делаю? Ха. Нормальная процедура в игре. Ну что, ребята, всем спасибо за просмотр. Удачи, увидимся.